На основе завода РТИ до 2015 года будет создан химический кластер, что позволит трудоустроить большую часть населения Сарани, не занятого в горнодобывающей промышленности. Об этом сегодня сообщил первый заместитель акима области Габит Мухамбетов на специальном семинаре по вопросам государственной политики развития регионов. Программа президента по развитию моногородов, проповедуемая главой государства, именно эта тема была основной на сегодняшнем семинаре. Для Карагандинской области это имеет огромное значение, ведь у нас только сел, входящих в эту программу, 419. Ситуация заключается в том, чтобы сегодня максимально использовать государственные инструменты, развить эту территорию для того, чтобы на ней появился малый и средний бизнес. Первый заместитель акима города Габит Мухамбетов сказал, что руководство региона тщательно относится к инициативе Нурсултана Назарбаева и выделяет достаточно солидные суммы под ее развитие. Однако некоторое недопонимание между кураторами в министерстве и властями на местах все же существует. Что акиматы областей недостаточно проводят работу по учету и регистрации административных территориальных единиц. В свою очередь Габит Мухамбетов парировал, что руководство региона во главе с акимом Кусаиновым готово выполнять все предписания, но есть проблема недопонимания с министерством. Мы придем вам в следующем году с этими ТЭО. Вы, как мэр, согласуете нам привязку к действующей специальной экономической зоне в новые субзоны? Или завтра опять какие-то возникнут вопросы? Мы готовы. В Карагандинской области в первую очередь планируется развивать именно те моногорода, где уже существуют, пусть где-то и запущенные, но градообразующие предприятия. В этом контексте вполне благополучными видятся перспективы Сарани, Сатпаева, Жидказгана и Балхаша. А вот те населенные пункты, где живет меньше 50 человек, ждет незавидная участь. Те территории, на которых проживает менее 50 человек, сегодня ученые и другие государственные органы определяют как неперспективные. То есть, что им делать? Финансироваться они не будут. У них один выход, только переезжать. Андрей Кузнецов, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский.